Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в этом замечательном зале Ивановской государственной филармонии. Ивановская земля воспитала десятки тысяч героев, которые во все времена вставали на защиту нашей великой Родины. Сегодня мы с вами собрались в этом зале для того, чтобы поздравить наших мужчин, наших героев с Днем Защитника Отечества. Эти люди, которыми гордится каждая семья, которые составляют часть и славу Ивановской области, да и всей России. Дорогие друзья, наш вечер посвящен Дню Защитника Отечества, коим была и всегда будет полниться наша русская земля. Как и в древние времена, все, кто посвятил себя служению Родине, от рядового до генерала, от матроса до адмирала, произносили вот эти слова, давшие название нашему сегодняшнему концерту. Честь имею! Пусть славится мощью своей Россия, большая и добрая наша страна. И по ветру флаг развивается сильно во веки веков и на все времена. Вносится государственный флаг Российской Федерации. Уважаемые дамы и господа, слово предоставляется заместителю председателя правительства Ивановской области Евгению Леонидовичу Нестерову. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, присутствующие в зале, очень приятно вас видеть традиционно на мероприятии, посвященном Дню Защитников Отечества. Вы знаете, сегодня тех людей, которых я вижу в зале, это действительно люди, те, которые настоящие защитники Отечества. Потому что нельзя, конечно, говорить, что это исключительно, как мы привыкли, мужской праздник, потому что все равно это защитники Отечества. И сегодня, особенно в сегодняшний момент, война идет не только на фронтах, но она идет и здесь. Она идет в умах, и большинство людей, которые присутствующие здесь, очень активно работают на информационном фронте. Активно работают в фоне гуманитарных миссий, я в целом хочу сказать, и я, пользуясь случаем, хотел сказать как раз огромное спасибо. Сегодня мы с вами вместе, собравшись здесь, можем гордиться тем, что Ивановская область входит в топ-5 по объему гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне СВО и помощи Донбассу. За это всем огромное спасибо, я всегда об этом говорю, потому что это вклад каждого человека, который сегодня здесь находится в этом зале. Ну и не только в этом зале, не все сегодня пришли, но тем не менее это наша совместная работа, которой мы должны гордиться. Сегодня вы все делаете огромную работу. Работу с подрастающим поколением, с молодежью, работу с другими сферами. Сегодня наш трудовой, уж извините, может быть так, немножко высокопарно, трудовой фронт, это очень важно. Наша работа в информационных сетях, работа разъяснительная, работа на предприятиях, которая позволяет сегодня нашей экономике развиваться и строить новую Россию в будущем. Это тоже очень важно, и вклад каждого человека, который здесь находится, он тоже бесценен. Спасибо. Дорогие друзья, слово предоставляется заместителю председателя Ивановской областной думы, председателю Российского военно-исторического общества Ивановской области Александру Германовичу Фомину. Дорогие друзья, каждый год 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
История возникновения праздника уходит в далекий 1918 год. Но как-то за эти годы этот праздник не назывался. День рабоче-крестьянской Красной Армии, День Красной Армии и Флота, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, День Защитника Отечества. Каждый год, 23 февраля, мы чествуем тех, кто стоит на страже Родины. Конечно, мы в этот день в первую очередь поздравляем военнослужащих, сотрудников силовых структур, ЧС, всех тех, кто ежедневно стоит на страже Родины на внешних рубежах и внутренней стороны. Но мы также поздравляем тех, кто душой готов и может в любой нужный момент встать на защиту нашей Родины. День защитника Отечества, наверное, по-настоящему всенародный праздник, потому что в России трудно найти семью, которой бы не было своих героев, проливавших кровь на полях сражений. Потому что в истории нашей страны было очень мало длительных периодов, когда был бы мир и когда мы могли бы мирно трудиться. Но зато было достаточно много разрушительных, страшных войн, унесших жизни миллионов людей. И сегодня, в условиях проведения военной операции, этот праздник носит особое значение. Сегодня мы говорим и выражаем глубокую признательность всем верным сыновьям и дочерям нашего Отечества, которые защищают нашу Родину. Спасибо вам за вашу самоотверженность, за вашу отвагу. Я хочу всем пожелать победного окончания специальной военной операции, чтобы все наши воины живыми и невредимыми вернулись домой. Я хочу всем нам пожелать мирного неба. Хочу всем нам пожелать, чтобы наша Россия была единой и сильной страной. С праздником! За активную служебную и военно-патриотическую деятельность благодарность Ивановской областной думы вручается Лапунь Сергею Григорьевичу, гвардии майору, ветерану 98-й дивизии ВДВ. Скляну Николаю Федоровичу, полковнику. Служба России ВДВ. Скляну Николаю Федоровичу, полковнику, председателю Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел. Мирзоеву Алию Фатхирагулы, прапорщику, технику 81-й военно-транспортного авиационного полка. Зуеву Валерию Валентиновичу, старшему прапорщику, старшему бортовому механику 81-го военно-транспортного авиационного полка. Спасибо. Спасибо. Давайте еще, дорогие друзья, еще раз поаплодируем этим замечательным людям, которые выходят и будут выходить еще сегодня в течение нашего большого праздничного концерта на эту сцену. А поверьте, мы сегодня подготовили для вас огромную, я бы сказал, эксклюзивную, яркую праздничную программу. И откроем ее, я хочу с удовольствием пригласить на эту сцену, замечательный коллектив. Заслуженный коллектив Ивановской области, вокальную группу «Звездопад», художественный руководитель, почетный работник культуры Ивановской области Алексей Булгаков. Победой мне навстречу, пройдя полки.
Ивановской области, хореографический ансамбль Дворца детского и юношеского творчества «Улыбка», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Валентина Бакова. На гулянии! Oh,
минутка. Ивановской государственной филармонии Сергея Захарова и Елены Лихачевой. Танцуют Маргарита Заволошина и Виктор Золотухин. За миг до войны.
слово предоставляется председателю Ивановской городской думы Александру Станиславовичу Кузьмичеву. Товарищи офицеры, солдаты, сержанты, прапорщики, уважаемые участники боевых действий, уважаемые ветераны, участники торжественных мероприятий, мне хочется от имени всех жителей города Иванов всех нас поздравить с самым главным праздником нашей страны, Днем Защитника Отечества. Вообще у нас главных праздников только два. Это День Защитника Отечества и День Победы. Потому что на протяжении столетней истории всегда враги пытались захватить наше государство, нашу великую Россию. И всегда были защитники, которые, наши предки, которые громили и Наполеона, и фашистов, и польско-литовских интервентов. И никогда Россия не была покорена. Потому что на ее территории рождались и живут великие воины, защитники, и женщины, и мужчины, которые понимают о том, что наша главная миссия на этой земле – защитить наше Отечество, нашу страну и сделать ее великой. Сегодня все наши мысли и сердца рядом с теми, кто находится на передовой, на фронте. И хочу сказать слово благодарности вам, присутствующим в этом зале, и всем тем женам, матерям, которые воспитали настоящих защитников Отечества, которые сегодня защищают не только нашу страну, но и весь мир от той чумы, которая поразила, к сожалению, целый ряд европейских и американских стран. Хочу сказать слова благодарности тем замечательным воинам, которые сегодня выполняют свой воинский долг, ну и, конечно, всем тем, кто помогает в тылу. Огромное количество, тысячи и тысячи жителей города Ивана, Ивановской области, России делают все для того, чтобы помочь нашим бойцам. И хочу всем нам пожелать всего самого-самого доброго. Победа над врагом. Нам надо быть особо сегодня едиными и сплотиться вокруг нашего верховного командующего президента страны Владимира Путина. Потому что враги боятся, Россию боятся нашего президента, потому что они знают, что за нами наша история, за нами великое будущее. Дорогие друзья, с праздником! Всего самого-самого доброго! Благодарность Ивановской городской думы вручается Кузнецову Александру Анатольевичу, майору военно-космических сил, участнику специальной военной операции. Флоре Геннадию Федоровичу, капитану военно-космических сил, ветерану военной службы. Дорогие друзья, слава великой России! Да здравствует вооруженные силы и силовые структуры нашего Отечества! Победа будет за нами! С праздником! На сцену приглашается начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Владимир Анатольевич Марин. Два раза уже в зону СВО, соответственно, заходил. Приграничные
района отставили. Сейчас сотрудников буквально мы на этой неделе будем отправлять в Брянскую, соответственно, губернию, на границу, и следом же замену на зоне СВО. В общем, что хочу сказать. Интегрирующий фактор есть, это 23 февраля. Это укрепляет нашу родину, это горнило, оно очистит, наверное, то, что ненужное, и отлетит, и, соответственно, Россия пойдет в будущее, новые, крепкие, обновленные. Ура, товарищи! За добросовестное выполнение служебных обязанностей в связи с празднованием Дня защитника Отечества грамотой войск Национальной гвардии Российской Федерации награждаются Важнов Максим Сергеевич, капитан полиции. Уткин Олег Владимирович, лейтенант полиции. Перевозов Василий Александрович, старший прапорщик. Кирилл Александр Владимирович, прапорщик полиции. За активное содействие в проведении военно-патриотических мероприятий, направленных на воспитание молодежи, чувство патриотизма и любви к родине, грамотой войск Национальной гвардии Российской Федерации награждается ведущий артист Ивановского музыкального театра Максим Валерьевич Коленков. Слово предоставляется секретарю Ивановского городского местного отделения партии «Единая Россия» Галине Юрьевне Бочковой. Дорогие друзья, от имени городского отделения партии «Единая Россия» от себя лично разрешите поздравить вас с Днем защитника Отечества. Всем крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов, благополучия. Городское отделение партии в самых первых дней проведения специальной военной операции поддерживает наших бойцов, помогает нашим бойцам и поддерживает их семьи. Это и сбор гуманитарной помощи, это и поддержка раненых в двух госпиталях, которые проходят лечение в наших госпиталях. Это и акции «Собери ребенка в школу», цирковые представления и так далее. Спасибо всем, кто занимается этой работой. С праздником! Благодарности Ивановского городского местного отделения партии «Единая Россия» за активную гражданскую позицию и социально значимую общественную деятельность в деле патриотического воспитания молодежи награждается Сакурова Наталья Леонидовна, ветеран ВДВ, участник боевых действий. Спасибо. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем нашу концертную программу. Я хочу с удовольствием пригласить на эту сцену замечательный, заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области, эстрадный ансамбль «Неразлучные друзья». А руководят этим ансамблем, вот этими замечательными детишками, два заслуженных работника культуры России – Марина и Наталья Соковы. Песня у них называется «С тобой и за тебя, Россия! Неразлучные друзья!»
Я видел все. Дома, кварталы, глазницы выжженных окон. Там, где земля не зарастала, храня ненайденный жетон. Мне рвали уши канонады, аккорды смерти, хор войны. О том, что мы с тобой так надо, одной бедой обожжены. Дороги, рытвины, ухабы, блиндаж, похлебка, блокпосты. Мы говорим себе «так надо» и держимся до темноты. Солдат, не опускай приклада, пока не кончится война. Вернись домой живым. Так надо, чтоб не осталась мать одна. Победа. Вот одна награда. За бой и страх, за жизнь и смерть. Поверь, сынок, так было надо. За это жить и умереть. Стихотворение у меня родилось сразу после поездки в зону специальной военной операции вместе с моей коллегой Еленой Лихачевой. Мы были в прошлом году, осенью, ну, естественно, против той стороны мы можем воевать только нашими песнями, нашими стихами, чем мы и занимались. Мы давали концерт для наших бойцов в госпиталях, в детском доме и непосредственно вблизи передовой. Мы поднимали дух солдат, наших бойцов, наших воинов, и вместе с ними вот укрепляли нашу веру в нашу победу, в мир, в добро, в нашу правду. Ночь уходят пацаны, и
Татьяна Скворцова. Нашу праздничную программу продолжает лауреат всероссийских конкурсов Алексей Яковлев. Ты только жди. Солдат.
замечательный коллектив для вас танцевал. А я напомню, что это у нас сегодня в гостях образцовый детский коллектив Ивановской области, хореографический ансамбль. Дворца детского и юношеского творчества «Улыбка». Назывался «Танец унита» на перекрестке Фронтовом. Руководит этим замечательным коллективом заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Ивановна Бакова. Давайте еще раз поаплодируем. Не устает рубить рука, и конь копытом бьет. Где нет работы для клинка, там пика достает. Скачи, казак, лети, казак, руби, казак, врага. Тебе, казак, не страшен враг, Россия дорога. На сцене Ивановский казачий хор Восточного казачьего округа, Центрального казачьего войска. Художественный руководитель этого замечательного коллектива Дионисий Тюрютиков. В их исполнении прозвучат два произведения. Первая песня «Ойся ты, ойся» и вторая «Смуглянка». Дорогие друзья, вот этот замечательный коллектив сейчас выступит перед вами. Мы давайте, пока он настраивается, поприветствуем их аплодисментами. Спасибо огромное.
наша казачья троекратная Люба! 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 Ивановский казачий хор Восточного казачьего округа, Центрального казачьего войска, художественный руководитель Дионисий Тюрютиков. Дорогие друзья, уважаемые гости, молодое поколение впитало в себя дух патриотизма, любви к родине, заложенной в нас еще нашими отцами и дедами. И сегодня для вас, в нашей праздничной программе, выступит финалист шоу «Голос дети» на Первом канале, участник многочисленных всероссийских и областных конкурсов. Я думаю, все сидящиеся в этом зале видели его на Первом канале Центрального телевидения и знают его, видели у нас на наших сценах, в городе и области. Для вас поет Макар Смыслов! Yeah.
Спасибо. Объявляется минута молчания. Западет частушка в душу, без конца захочешь петь, танец моряков смотреть. Уважаемые гости, дорогие друзья, на сцене хореографический коллектив морского кадетского корпуса имени адмирала Невельского православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери, художественный руководитель Марсиль Мифтахов. Яблочко. Thank you.
Как вам, друзья? Замечательный танец. В том же духе продолжаем. 22 июня 1941 года этот город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации. Оборона города продолжалась 248 дней. Но все-таки он выстоял и стал городом-героем. Легендарный Севастополь. О нем споют солисты Ивановской государственной филармонии Татьяна Скворцова и Артем Майоров. Сколько? Скажи, другой.
солнце мое, взгляни на меня. Моя мать превратилась в кулак. И если есть порох для огня, я пою офицерам, матерей Божьей.
Слово предоставляется председателю Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» Рафаэлю Салимовичу Нугманову. Дорогие друзья, товарищи офицеры, товарищи прапорщики, товарищи солдаты, уважаемые ветераны! От общественной организации «Союз десантников» Ивановской области от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем защитника Отечества. Желаю вам здоровья, семейного счастья и во всем удачи во всех начинаниях. Огромное хочу выразить благодарственные слова организаторам сегодняшнего мероприятия, депутату областной думы, руководителю военно-исторического общества Ивановской области Александр Германовичу Фомину. Спасибо, Федор. Также коллективу нашей родной Ивановской филармонии, где мы находимся. Я уверен, что в этом зале нет ни одного человека, который как бы не оказывал помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Самого активного сообщества гуманитарной помощи я сейчас хочу вручить благодарственное письмо. За большую работу по материально-технической поддержке участников специальной военной операции благодарность Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» вручается группе «Нашим своих не бросаем». Благодарность вручается представителю группы Оксане Евгеньевне Мальковой.
члены общего силового сообщества гуманитарной помощи до сегодня, их представители находятся передовой и поздравляют наших ребят с праздником. Праздник вас. Спасибо. Слово предоставляется председателю Президиума регионального отделения общероссийской организации «Офицеры России» Виктору Викторовичу Алешину. Всем здравия желаю. Сегодня очень положительный день. Сегодня мы начинаем отмечать День защитников Отечества. Это святой для всех праздник. Учитывая сложившуюся обстановку, в 22-м году, когда началась специальная военная операция, и многие не понимали, что делать, помогать, не помогать, как помогать, кому помогать. И вот эта неразбериха, которая сложилась, ну, просто из-за того, что таких ситуаций у нас в стране не было. Решением губернатора по инициативе активных жителей был создан фонд «Своих не бросай». И этот фонд в тот момент сплотил все общественные организации, ветеранские организации, и смог единым фронтом помочь нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Именно то, что им было необходимо. С самого начала специальной военной операции, вот «Союз десантников», другие общественные организации включились в поддержку наших ребят. Мы стали помогать с первых дней, все, что могли. То сигареты, то носки, то еще какие-то батарейки. Но необходимо было многое. И вот этот фонд «Своих не бросаем», как бы, и до сих пор помогает и точечно, и в целом нашим ребятам. И хочется отметить руководителя фонда, исполнительного директора Недовешкину Марию Павловну. Благодарность регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России» за активное содействие в организации проведения акций и мероприятий в поддержку участников СВО вручается исполнительному директору благотворительного фонда поддержки военнослужащих Ивановской области и их семей «Своих не бросает» Марии Павловне Недовешкиной. Вот эта хрупкая женщина руководит всеми военными, ей очень тяжело, но она достойно справляется с этой работой. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, нашу концертную программу продолжает оркестр русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии. Главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Сергей Лебедев. Моряк на коне. Так называется песня, которую для вас исполнит солист Ивановской государственной филармонии Артем Майоров. Ответил не зная, на Кубани я.
Thank you.
Северного государственного оркестра нашего оркестра русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии, главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Сергей Лебедев. Всего вам самого доброго!